Здравствуйте, это большой вечерний выпуск «Вестей». В прямом эфире с вами Андрей Кондрашов. Смотрите прямо сейчас. Москва частично отменяет запрет на ввоз турецких овощей. Анкара будет покупать российские самолеты. В Кремле большой разговор о Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Что дальше по Сирии и по турецкому потоку? Они взорвали электростанцию, убили полковника народной милиции и, возможно, комбата Гиви. В ЛНР задержали украинских террористов, которых готовили американские инструкторы. В гуще событий в Сеуле корреспондент «Вестей». Президент Южной Кореи, отправленная судом в отставку, не уходит. На улицах столицы беспорядки и есть жертвы. Вертолет задел за телевизионную вышку. Погибли граждане России и экипаж из Турции. Наш корреспондент с места событий. О причинах авиакатастрофы под Стамбулом. Если страховка не покрывает ремонт, то у виновника ДТП можно законно требовать деньги. Конституционный суд встал на сторону автомобилистов. Как поменяются теперь конфликты на дорогах? Мара Багдасарян теперь уголовница. Сегодня ее осудили за подделку документов. Раскаяние не помогло. Скандальной гонщице дали год исправительных работ. Россия и Турция восстанавливают стратегическое партнерство.